эту субботу. Реальная группа создается на ваших глазах. Такими их знает уже вся страна. Это, наверное, единственные ребята, которые тренируются круглосуточно. Но пришло время меняться. Не-не-не-не, я буду лысым, чем краше. Когда мне собрались отрезать волосы, я, ну, честно говоря, я молился. Смогут ли парни преодолеть комплексы? От тебя зависит моя судьба. Ну, короче, будешь таким, да, ничего страшного. И побороть звездную болезнь. Мне не хочется с ними работать. Мы показали свою инициативу, показали свою креативность. Я не собираюсь за кого-то там жертвовать своим будущим и своими шансами. Хочу к Меладзе в субботу вечером.